Niin. Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, հարգելի լրագրողներ, սկսում ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի և պաշտպան Ստեփան Մկրտչյանի նախախաղային մամուլի ասուլիսը. Здравствуйте, дамы и господа. Начинаем предматчевую пресс-конференцию главного тренера сборной Армении Александра Петракова и защитника Степы Мукарчана. Арцер Самвель. Степа. One more try? Yes. Ստեփան, ինչ մարզավիճակում ես մոտեցել խաղերին, միացել հավաքականին և ինչ տրամադրվածություն է տիրում թիմում ու շատ կարևոր խաղից առաջ? Հավաքականի երկու խաղերից հետո մեկ հանդիպում եմ անցկացրել Խորվատիայում, բայց լավ եմ զգում ինձ, ամեն ինչ նորմալ է, եկել ենք այստեղ միայն հաղթանակի համար, երեք միավորի համար, ուրիշ միտք չունենք, թվում ամեն ինչ լավ է, լավ տրամադրվածություն, մտածում ենք միայն Գերմանիա գնալու մասին, ուրիշ ոչ մի բան. Если нет иностранных латвийских журналистов, мы можем не переводить только на армянском? Окей, no journalists. Арце. Արդեն մեկ հանդիպում անցկացրել եք Լատվիայի հավաքականի հետ, ինչ ընդհանրապես ինչ կարծիք կա մրցակցից? Շատ լավ հավաքական ունի Լատվիան, շատ ուժեղ ֆիզիկապես, բարձրահասակ ֆուտբոլիստները շատ են ու գիտենք, որ շատ լավ թիմ է ընդհանուր։ Չեմ ուզում ասեմ, ով է ֆավորիտ վաղը, բայց միևնույն է, մենք եկել ենք այստեղ հաղթանակի համար, հարգելով իհարկե մրցակցին, բայց մենք պետք է անպայման վաղը երեք միավոր վաստակենք։ Հաջողություն ենք մաղթում։ Մերսի։ Այժմ շարունակենք գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի հետ, խնդրեմ հարցեր։ Александр Васильевич, завтра нам предстоит очень важная игра. У соперника пока что нет очков, но и первая игра в Ереване показала, что довольно сложно. Сложный соперник, и игра не получилась легкой. Да, я с вами согласен. Команда у них неплохая. Не играли хорошо, играли в Уэльсе. Я считаю, что дома они не заслужили поражения от Турции в течение обстоятельств. С нами очень хорошо выступили, неплохо играли. Ереване, так что понятно, что у людей амбиции свои, не хотят взять очки. Завтра будет очень и очень тяжелая игра. Васильич, согласно вот тому списку, который мы видим, уже видно, что вы как бы выработали костяк сборной, в основном изменений очень мало в заявке команды, но есть также новичок Эдгар Савикян. Какое впечатление оставил и какие ожидания от него? Впечатление хорошее, я с ним раньше он приезжал, я с ним встречался, разговаривал. Хороший коммуникабельный парень, хорошо с ним разговариваем, меня понимает. Главное, чтобы он понял в принципе нашей игры, ему сказал, что национальная сборная это немножко другое. Не так просто, говорю, как ты думаешь, выйти играть в чемпионате страны и выйти играть за национальную сборную, поэтому... Готовлю его к игре, разговариваю с ним. Сейчас будет тренировочное занятие. У нас была одна тренировка, была у него восстановительная. Вчера у нас чисто было тактическое занятие. А сейчас мы посмотрим, как он выглядит уже в тренировочном занятии. Кайли Гарцер. Мы продолжаем борьбу в то же время за путевку на финальную стадию турнира, но не все зависит только от нас. Получается, что и от соперников многое зависит в этом случае. Смотрим ли мы вот на эти три игры как на перспективу выхода в финальную стадию или концентрируемся на каждой игре по отдельности и пока что об этом не думаем? Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Я сначала, придя к вам и возглавив сборную, сказал, что наша цель – выйти на Евро. Но мы играем от игры к игре. И не смотрим сейчас турнирную таблицу. У нас завтра самая важная игра. Оттуда будем отталкиваться. Как мы завтра сыграем? Удачи. Спасибо. Спасибо. Все? Угу.